Привет всем, кто зашел на мой канал. Сегодня буду тушить картошку с курицей в казане. Для приготовления этого блюда подойдут любые части курицы. В моем случае это куриные крылышки. У крылышек удаляю самую тонкую часть, а оставшуюся разделяю на две половинки. Хорошо промываю, обсушиваю бумажным полотенцем или салфетками. Добавляю соль, черный молотый перец и паприка. Хорошо перемешиваю и оставляю мариноваться хотя бы минут на 30. Лук нарезаю помельче. Морковь тру на крупной терке. Ставлю казан на огонь. Наливаю подсолнечное масло. Хорошо прогреваю. И выкладываю подготовленный лук. Немного его обжарю и добавляю морковь. Лук с морковью обжариваю примерно минут 5. Минут через 5 добавляю подготовленные крылышки. Крылышки буду обжаривать вместе с луком и с морковкой, периодически помешивая минут 10. Затем добавляю сметану 2 столовых ложки и нарезанный картофель. Немного подсолю. Заливаю водой. Я заливаю холодной водой, можно и горячей, так быстрее все закипит. Когда вода закипит, огонь убавляю и буду тушить под закрытой крышкой минут 20. Добавляю один зубчик чеснока, можно чеснок порезать или выдавить через чеснокодавку. Также добавлю немного лаврового листа. Снова прикрываю крышкой и также на маленьком огне даю потушиться блюду еще минутки 3-4. Ну вот и все, картошка с курицей готова. Как видите, готовится блюдо очень просто, но это очень и очень вкусно. При подаче в тарелочку можно посыпать свежей зелени или замороженной. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, палец вверх. А также не забывайте подписываться на мой канал, чтобы не пропустить мои новые видео. Пишите комментарии, а я с вами прощаюсь. Всего доброго, до новых встреч!